Привет-привет, девочки, всем привет! С вами Юля Статива, выхожу в прямой эфир, чтобы вам показать мою новиночку, чтобы показать вам один из наборов, которые я собрала. В этом наборе находятся абсолютно все-все-все материалы, которые понадобятся для изготовления одного очень красивого альбома для мальчика. Сейчас пока никого нет, но ничего, я буду говорить, запись же ведь останется все равно. О, уже кто-то присоединился. Привет. Итак, да, повторюсь, сейчас хочу показать набор материалов, которые я собрала для изготовления альбома для мальчиков. Альбом полноценный получится, здесь абсолютно все-все-все материалы, альбом очень красивый, альбом не дешевый, альбом с многослойными композициями, со сложными раскладками, с большим количеством фотографий. Но также к набору этих материалов я обязательно даю доступ всем девочкам на просмотр видеокурса, где я буду показывать, как я создаю такой альбом, и где я буду объяснять и рассказывать, чтобы вы понимали, что зачем идет, какие, как сказать, какие мысли у меня в голове появляются и какие идеи в какой момент возникают. Вот. Давайте я открою, я вам покажу. Вот так вот выглядит полный набор. Здесь где-то 100 килограмм, по-моему. Я еще, правда, не взвешивала, но около того должно получиться. Так, сейчас поправлю камеру. Вот так, да, чтобы было видно. Да, упакована в красивейшую бумагу тишью. Она такая мягенькая, очень приятная такая. С голубеньким цветом, как раз для альбома, подходящая под альбом мальчика. В набор. Что входит в набор? Просто показываю и рассказываю. Доступ на какое время? Доступ, ну, я еще не решила, но на долгое время, на 2 года как минимум, может быть, навсегда. То есть я посмотрю, буду, не знаю, в общем, еще не ориентировалась особо, но таких ограничений я не буду ставить, просто, знаете, а вдруг какие-то форс-мажоры будут возникать, а вдруг какие-то видео, что-то с сервером произойдет. Но я, конечно, надеюсь, такого не будет, и такого еще вроде как не случалось, но планирую минимум на 2 года давать доступ. Так, вот такой вот уплотнитель, это идет сразу на обложку. Типа Синтепон, Фликс, по-моему, или как-то называется. Не могу никак запомнить это название материала. Так, вот что у нас внутри. Я кладу всем клей, несколько видов клея. Клей-карандаш и клей-фокус. Клей-карандаш достаточно большого объема. Фокус тоже. И все в курсе, я это объясняю, для чего, зачем, почему именно нужны разные виды клея. Слим. Спасибо, я просто раньше пользовалась Синтепоном, и сейчас я перешла вот на вот этот Slimtex, и еще не могу адаптироваться к названию почему-то. Не знаю, мне, конечно, стыдно, но я думаю, в этом нет ничего страшного. Кладу каждой девочке акриловую красочку матовую. Это для выбеления краев на переплете, для брызги, если хотите, для окрашивания каких-то деталей. Вот, это сейчас объясню, что это. Так, вот это вот все пакетики, это собранные материалы для каждого разворота. В альбоме будет 6 разворотов, но там около 14 страниц, поэтому здесь 7 пакетиков с учетом обложки. Так, давайте я начну вот как раз с первого разворота. Вот такие вот, да, зелененькая такая пуговка, немного не подходящая к цвету. На самом деле это пуговка для самодельной фишки. Это даже тканевая пуговка. Вот такая вот тканюшка идет. И вместе с уплотнителем будет. То есть мы будем на этом курсе делать самодельные тканевые фишки, самодельные тканевые теги. И здесь, видите, и всякие декоративные ручки, листики. Все очень тщательно подобрано в цвет. Повырывала всякие вот фрагменты кружева красивые. Давайте покажу. Голубенькое, конечно, это вообще мое самое любимое кружево в этом альбоме. Такой вот фрагмент.
будет. Фотографии альбома сейчас есть у меня в Инстаграм. Видео есть у меня вот этом IGTV. Также на канале YouTube, в блоге у меня есть информация об этом альбоме. Информация о курсе есть в блоге. Такие вот детальки. Так, дальше. Дальше давайте возьму второй разворот. Во втором развороте вот такое вот серое кружево. Еще я обязательно выложу видео, где будет подробнее снято, в хорошем качестве. Сняты вот такие вот всякие элементы. Юля, где ты покупаешь кружево? Ты не поверишь, я кружево покупаю в секонд-хенде. Я выискиваю, нахожу, и кружева намного красивее, чем в обычных магазинах. Они очень красивый вид имеют. Ну и по бюджету тоже меньше получается, потому что в магазине очень дорого. Так, дальше третий разворот. Ой, я уже забыла, какой третий. А, вот такой третий. Здесь немного элементов, но здесь мне очень нравится красивая птичка. Она там на кружочке будет сидеть. Очень красивая. Вот. И также еще в набор входит эмбоссинг на кальке. Вот разные здесь несколько элементов на кальке. Я, кстати, кладу и саму кальку, там будете использовать. Так, четвертый разворот. Это мой любимый разворот. Здесь, ну, видно, да, какие материалы. Здесь тканевые теги, будут чебурт, лампочки, такие вот пуговички, гипс. Кстати, гипс тоже он не дешевый. И здесь, по-моему, 4 гипсовых элемента, если я не ошибаюсь. Вот такая вот рамочка очень красивая. Вот еще одна рамочка, которая тоже идет всем-всем в наборе. Девочки, наборов выпускаю ограниченное количество. Всего лишь 19 наборов, и из них 5 наборов уже куплено. То есть, получается, осталось всего 14 наборов. Я, скорее всего, больше собирать не буду, но если даже и буду, то вряд ли я смогу такие же наборы собрать, потому что материалы постоянно меняются. Бумага то выпускается новая, старая уже не выпускается, и очень сложно купить. И также смотрите, в чем интерес этого альбома. Альбом идет от 0 и до 25 лет. И декор в этом альбоме меняется по мере взросления мальчика. Вот начиная с самого детского практически, вот вы видели на первом развороте, это у нас кружавчики разные, вырубка такая ажурная, листочки, все светленькое. И заканчивая шестым разворотом, вот такой вот уже ключик, шестеренка, птичка, вот такая вот металлическая ручка, очень красивая, чиборд. И я просто хочу, чтобы вы увидели разницу, и вы попрактиковали как детский альбом, так и попрактиковали, как создавать детские страницы, так и взрослые страницы. Вот это тоже уже из взрослых, но я вам хочу сказать, что если, например, вам не подходит, и вы хотите сделать совсем-совсем детский альбом, то просто достаточно убрать вот такие вот шестереночки, и достаточно, мне кажется, да, вот уберете шестеренки, и все, и в принципе уже будет он более-более такой детский. Так, извините, эфир приостановлен был, я уже здесь. Так, круто, мне тоже винтажные нравятся. Марина, я тебе вайбер пишу. Да, Марина, я ненадолго вышла в прямой эфир. Так, мой муж, привет, муж. Все, вот, там будет семенное дерево в альбоме. Вот такую вот бечевку кладу на веточки альбома. Так, ну и вы поработаете с настоящей корой дерева. Вот. Кора, будет чем ее покрывать, защитить. Обязательно глиттер, там небольшой шейкер будет в альбоме. Это набор на обложку материалов. Здесь разные кружева, большое количество. И обложка, она достаточно тоже такая универсальная. Ткань, посмотрите, она более взрослая, более такая грубая, в деревяшках, то есть совсем не детская. Но достаточно такой нежный декор, то есть оно идет на контрасте. И в сумме получается, да, и не взрослая, и не детская. То есть очень универсальная обложка получится.
Это материалы на переплет, тканевый переплет без кантика. Я не люблю кантики и показываю в курсе, как делать без кантика. Это кружево на первый разворот. Такой вот большой кусок. Будет открывашка такая, прям в виде кружева. Это листы на подложке, ватман, акварельные листы. Кое-где будут использоваться именно такие беленькие листики. Вот я их тоже кладу в набор. Обязательно набор переплетного картона для переплета и обложки. И здесь остаются листы. Да, кстати, каждой девочке я даже ложу обрезочки, которые тоже понадобятся в процессе создания альбома для возвышенностей и для уплотнения каких-то деталей. Вот это, например, для шейкера. И давайте я вам покажу набор красивейшей бумаги, которую я подобрала для курса. Бумага абсолютно разных производителей, из разных коллекций. Так. Меня недавно в Инстаграм кто-то спрашивал, какие коллекции на развороте, но мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что все очень разное, и на одном листе могут сочетаться три производителя. Вот, как-то так. И вот показываю бумагу. Бумага немножечко разная будет, у кого-то чуть-чуть будет отличаться, но она будет подходить. То есть она немного будет не такая, как у меня в альбоме. Но разница будет абсолютно невелика. Вот я вам покажу. Вот такие вот, да, это для более взрослого. Обратная сторона не используется, только эта сторона. Это вот идет, да, для 6-го, для 5-го разворота листы. Такой вот это для школьной странички был лист. Вот такие вот заготовочки кладу каждой девочке тоже. Вот. Это у нас 5-й разворот. 5-й разворот у меня в коричневом цвете был очень красивый. Поближе покажу. Такой теплый, приятный коричневый цвет. Вот посмотрите, какое красивое сочетание идет. Вообще, мне, ну, если честно, я в восторге от своего альбома, конечно. Но мне кажется, так и должно быть, правильно? Я должна быть довольна своим результатом. Это уже 4-й разворот. Он идет посветлее, уже идет помладше. Такой вот абсолютно-абсолютно нейтральный разворот. Очень нежный, очень красивый. Бумага на 3-й разворот. Как вы видите, да, абсолютно разная. Здесь вот, например, вот это скрапмир, вот это фабрика декора, это, не помню, о, есть у меня Тереза Коллинз, Сантас лист, это вообще новогодний листик, но использую только эту сторону, кусочек этого листика. Он очень плотный, очень такой красивый, необычный. Вот. И тоже видите, да, очень красиво сочетается. Также я продумала очень тщательно саму гамму вот всего альбома, чтобы все плавненько переходило с разворота на разворот. Это вот листы из новой коллекции Blue Blush от Scrapmir. Ой, солнце вышло и появился блик у меня. Сейчас опущу, чтобы не светило. Все, нету блика. Да, этот набор очень красивый. Вообще такой вот, конечно, он бесподобный. Скрапмир молодцы. Я в восторге. Вот и вы поработаете тоже с таким набором у меня в курсе. Вот. И листы на первый разворот. Такие вот нежные, голубенькие. Также есть лист вообще прям с колясочками. Вот. Все, вот такая вот. Ну, вот честно, ну, мне нравится. Мне очень нравится этот альбом получился. Он как полноценный. Там все, и на самом деле у меня были уже фотографии. Я примерно ориентировалась. Мне заказчица сбрасывала фото, и я видела, как рос мальчик, и я делала для этой семьи альбом. И на самом деле было очень интересно наблюдать, как растет человек, как, да, взрослеет, все вот их семейные вылазки, какие-то его достижения, рождение его братьев. Вот все это в одном альбоме. Вот представьте, насколько классно. Вот я, если честно, очень люблю альбомы, которые на большой период времени растягивается и на большое количество фото. Но также хочется, да, чтобы этот альбом был еще и красивым. Вот, также в набор вкладывается набор цифр.
чтобы вы сами могли наклеить, где, как. Вам нужно цифры, набор карточек. Здесь и крафт-бумага, и газетка. Также вы попрактикуетесь вот с такого беленького листика делать винтажные такие листики. Будете тонировать чаем. Вот, вот так вот. И тоже использовать в альбоме. То есть в этом альбоме можно действительно очень много техник, очень много всего попробовать, все попрактиковать. Вот такие вот, вот детки такие будут у вас у всех. Вот. И наборы карточек тоже разные. Вот это коллекция Blue Blush карточки. Вот, вот такие вот. Ну и, девочки, тоже объявляю стоимость курса. Стоимость курса, она есть, 1299 гривен. Почему такая стоимость? Если вы посчитаете все наборы, все материалы, которые вы купите примерно в такой альбом, то вы как раз на эту сумму и выйдете. С учетом всех материалов, с учетом всех доставок, всяких мелочей. Потому что здесь в альбоме, ну, прям все-все до, понимаете, мельчайших деталей. Вот я вам сейчас раскрою один разворот. Там, где очень много всяких штук таких. Вот, смотрите, сколько всего такого, да? Вот представьте, вот это же ведь... Каждая такая вот мелочь, она прибавляет, во-первых, сложности нашему альбому. Это Marbles, а это мини-пуговка, которая вообще шириной в 4 мм, в 3 или в 4, я не помню. Такие вот зажимы, очень много металлических деталей. А вот, кстати, гипсовая лампочка. Украшают наш альбом, и они, конечно же, стоят денег. Поэтому, если вы бы хотели попрактиковать, сделать вот такой вот альбом, то добро пожаловать на мой курс. Очень жду, девочки. И да, приятный подарок положу обязательно каждой девочке в каждый набор. Подарок, я думаю, так, примерно на сумму где-то 50 гривен, да, это в рублях там около 100 рублей где-то получается. Скраповый подарок какой-то. Я, может быть, у кого-то буду спрашивать, может быть, кому-то сама на свое усмотрение буду ложить. Но что-то обязательно, просто чтобы сделать вам приятно. Ну, наверное, это все, девочки. Не знаю, есть какие-то вопросы. Может быть, вы что-то вообще абсолютно нейтральное хотите спросить, пока я еще здесь, пока я в эфире. Света, Саночка, на свет, привет. Так. Ну все, девочки, буду тогда отключаться. Если, еще раз повторюсь, если вам интересно почитать, посмотреть, что это будет, как это будет, то заходите в мой блог, заходите на мой канал YouTube, заходите в мой Instagram, на мою страницу, там все это есть, все описано, все фото самого альбома. Пора курс свадебного альбома, Марина, не знаю. Свадебный, я вот, если честно, свадебный еще не делала. Мне кажется, следующий у меня будет семейный. Если с этим все будет хорошо, то, скорее всего, буду делать следующий семейный. Света, приветик, я как всегда под конец прихожу. Да, Свет, привет, под конец, да. Ну ничего, запись останется, можешь пробежать, быстренько проклацать. Кстати, да, вот и карандашик даже кладу. То есть детали очень необычные в этом альбоме. Они нетипичные, да, все, что нетипично, все, что необычно, оно всегда ценится и на это обращает внимание. Ну, я считаю так, это мое мнение. Постаралась сделать от себя все возможное, чтобы вас научить. Я бы хотела, чтобы альбомов красивых было много, на самом деле. Потому что, ну, не знаю, я люблю красоту, и я люблю, когда меня окружает красота. Правда, я такую тоже нетипичную красоту люблю. То есть для меня потрёпанности какие-то, зашарпанности какие-то — это тоже своеобразная красота. Так что как-то так. Все, девочки, пишите, спрашивайте что-то. Всем хорошего дня, всем удачи, всем, как сказать, растущего творчества, да, желаю вам, чтобы вы все росли, вдохновлялись. С вами была Юля Статива, всем пока!